Награды нашли героев. За высокий творческий организационный уровень проведения всеукраинского фестиваля «Покрова на Хортице» участники и устроители получили грамоты и благодарность от имени областной власти. И когда я увидел такую массу людей, и когда я увидел такой интерес, а самое главное, я увидел, конечно, венец всему – это спектакль, но я вам могу сказать только одно – браво! Руководитель региона рукоплещет участникам и организаторам третьего всеукраинского фестиваля «Покрова на Хортице». По мнению Александра Пеклушенко, праздник прошел на высоком уровне, посрамив скептиков и впечатлив всех гостей. Поэтому награды от имени областной власти считает более чем заслуженными. Среди тех, кто был отмечен, значится и Александр Притула, президент Всеукраинской Федерации СПАС. Главный спасовец страны уверен, что каждый такой фестиваль не просто становится ярким и запоминающимся праздником, но и способствует духовному возрождению Украины. Покрова на Хортиці свято, воно несе не лише організаційний такий аспект для всього Запорізького краю, що важливо, але саме головне – духовний. І краще метал буде плавитися, і літаки краще будуть літати, і краще спортсмени будуть заробляти, якщо буде рівень духовності і культури в нашому краї. Тільки віра, тільки релігія, тільки іскусство може утримати нашу молодь сьогодні від того вала чуждої нам, пропаганды жизни. Подготовку к новому фестивалю в следующем году необходимо начинать уже сейчас, уверен председатель администрации. Призвал создать рабочую группу и написать сценарий еще более масштабного интересного праздника. Неизменными останутся только место и время проведения. Наша задача, с одной стороны, добавить цивилизованности с точки зрения пребывания, с другой стороны, сохранить первозданность. Поэтому мы должны все это соединить, все это гармонизировать. И самое главное, мы должны поделиться этим богатством со всей страной. В этом году участниками фестиваля стали более 100 творческих коллективов. Всего около 2000 человек. Приехали представители 6 стран.